Гулистан Ахмерова. Түн жылай жарық жұлдыздар айналып отырды жылы шырақ жанымда. Жақында баяу ғашық боп қалдым деуге сайланы. Сложился прям. Вы очень хорошо смотритесь вместе, ребята. Может быть, это какой-то хороший знак. Мне понравилось, мне правда очень понравилась песня. Я, правда, первый раз ее слышу, но она очень красивая, мелодичная, и ваши голоса звучали очень красиво. Вы, правда, были настоящим сейчас дуэтом. Мне, правда, понравился очень номер. Спасибо. Я эту песню знаю хорошо, потому что я люблю творчество Мирас Ербола. Поэтому песню «Хиял» я очень люблю. И мне кажется, я услышала ее одной из первых, до того, как услышали все зрители. Я влюбилась в эту песню и даже знаю слова. Вот, Гулистан, тебе очень повезло, что сегодня такой партнер у тебя на сцене. И большая благодарность проекту и твоему наставнику, и тебе за этот гармоничный, тонкий и очень красивый дуэт. Это было чудесно. Мне очень понравилось. Спасибо вам. Ребят, мы сейчас увидели такой прямо короткометражный фильм о любви, о чувствах, о признании. И вы своим голосом так красиво сыграли, так красиво это сделали, что, мне кажется, все наши телезрители вспомнили про свою любовь, вспомнили свою историю любви. И всем было очень приятно. Вы молодцы. Спасибо. Ну, представьте, какие мной обуревают чувства, когда я вижу на сцене двоих своих подопечных. Мираса, спасибо, что ты согласился спеть с Гулистан. Это была, по-моему, была хорошая моя идея. Отличная идея предложить этот дуэт. Хотя, казалось бы, песня совсем соло, но Гулистан, ты молодец, потому что 5 дней репетиции, 4 дня, и мы все-таки сделали это. Да? То есть сначала не получалось, нам казалось, что эта песня не получается. Но в итоге эта магия произошла на сцене, и я считаю, что это было просто великолепное исполнение одной из моих самых любимых песен на эстраде сегодня. Спасибо, Мирас. Гулистан, спасибо. И еще одно, пожалуйста.
Уважаемые, любимые жители города Шымкент, вы должны прямо сейчас голосовать за Гулистан. Пожалуйста, Шымкент, я же вас люблю, и вы мне должны за Астану Каргабаев. Голосуйте. Благодарю, уважаемые наставники. Мирас, скажи, пожалуйста, Гулистан смогла спеть твою песню так, как вы задумывали? Арине, дайындық барысында қиындықтар болды, бірақ та дайындықты шыңдай келе Гулистан өзінің кім екенін көрсетті. Және де көрерменнің жүрегіне жетті деп ойлаймын. Ең бастысы көрерменнің жүрегіне жетсе, жеңеді. Ну, я думаю, теперь вы в будущем можете исполнять эту песню вместе.